Я вот действительно готовилась, читала какую-то литературу в интернете, и мне очень близко вот то, о чем вы сейчас говорили, что фактически сейчас иммиграция рассматривается как отъезд. Когда вы отъезжаете, вы оставляете себе шанс вернуться. Да? И в данной ситуации мы думаем, что мы вернемся назад очень часто, да, люди, которые уезжают, и они остаются, но потом что-то их засасывает. Да? И это могут быть совершенно разные вещи, начиная там от страховки, которая у тебя есть за рубежом, которая, так сказать, еще не истекла, да? Или там, ну, не знаю, какие-то вещи, да, моменты, но, в общем, люди забывают вернуться порой. Да? У меня никогда такого не было, я вот путешествовала достаточно много в своей жизни, и последние годы это Италия, и я как-то с ней связана, и очень вот ловлю себя на том, что люди, с которыми я общаюсь, я их все-таки как-то пытаюсь отговорить от того, чтобы уезжать из России. Просто это неосознанно происходит. Наверное, мое отношение все-таки к отъезду из России, оно больше негативное. Вот поэтому вот эти моменты, как отсутствие родной души, отсутствие какой-то общности, именно вот этот индивидуализм, это то, с чем сталкивалась я, это те проблемы, которые я испытала очень глубоко на себе много раз, и это то, что заставляет меня каждый раз задуматься, когда, может быть, что-то идет в жизни не так, и на какую-то минуточку возникает, ох, а может быть, уехать, да, и потом, когда ты вспоминаешь о том, что вот ждет, ну, я знаю по себе, что не справлюсь, не готова, да, и самый главный момент, который я чувствовала там, вот когда там это были какие-то месяцы обучения, месяцы жизни там, это потери себя как личности, то есть вот именно, даже вот вы говорите, что если люди творческих профессий, я всю жизнь считала себя человеком творческих каких-то вещей, да, я не могла себя реализовать именно там, даже на творческом плане, то есть все блокировалось, какие-то вот вещи, и просто вот вспоминается то, что вот эта потеря собственной роли, потеря значимости, она для меня была таким камнем преткновением, что я предпочитала вернуться сюда, и как только я возвращалась сюда, все становилось снова на свои места. Пусть не сразу, но тем не менее это было. Ну вот я не знаю, это вот так, для меня это так. Поэтому отъезды за границу, они были, будут, но жизнь вне России я не представляю.